присоединяется вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Владимирович Кириллов, тоже теплые слова, и комитет по науке и высшей школе в моем лице, потому что сегодня день замечательный. Сегодня о том, что военмех празднует свой юбилей, знает вся научно-образовательная сфера Санкт-Петербурга. Сегодня в Ленэкспо только что сейчас открылась неделя науки и профессионального образования города Санкт-Петербургским образовательным форумом. И там также присутствует экспозиция военмеха. Сегодня Ольга Юрьевна Голодец открыла этот форум. Приехало очень много почетных гостей. Совместно наше образование занимает ведущие позиции сейчас в Российской Федерации и в мире. Могу констатировать, что по мониторингу Высшей школы экономики Санкт-Петербургская высшая школа занимает первое место по качеству образования, по качеству приема и по экономической доступности образования. Мы также занимаем первое ведущее место. И приемная кампания 2017 года показала, что абитуриентов это не пугает, высокие конкурсы ЕГЭ. Они едут, сражаются, побеждают и поступают в наши высшие учебные заведения. Также Санкт-Петербург по рейтингу КУЭС вошел в сотню, первый раз участвуя, вошел в сотню и является одним из ведущих студенческих городов мира. Поэтому сегодня еще один замечательный праздник, Международный день студенчества. Поэтому чествуем мы военмех благодаря всей нашей научно-образовательной сфере. И разрешите тоже, издан приказ Комитета по науке и высшей школе, и военмеху, соответственно, коллективу, объявляется этим приказом благодарность. Я думаю, это тоже будет в истории военмеха. И, соответственно, приказом Комитета по науке и высшей школе я зачитаю, объявляется благодарности Комитета по науке и передам ректору, а он уже на ученом совете вручит заслуженные награды. Объявить благодарность Комитета сотрудникам Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Балтийский государственный технический университет военмех имени Дмитрия Федоровича Устинова. Илихменову Андрею Львовичу, доценту кафедры средства поражения и боеприпасов. Левихину Артему Алексеевичу, заведующую кафедру. Матвееву Станиславу Алексеевичу, проректору по научной работе и инновационно-коммуникационным технологиям. Рудцову Олегу Алексеевичу, ассистенту кафедры систем управления. Русиной Алене Андреевне, старшему преподавателю кафедры двигателей и энергоустановки и питательных аппаратов. Рябыкиной Елене Арбетровне, доценту кафедры физика. Слободзяну Никите Сергеевичу, ассистенту кафедры системы приводов, мехатроника и робототехника. Шашурину Александру Евгеньевичу, доценту кафедры экологии и безопасности жизнедеятельности. Разрешите, я все это вручу вашему ректору. Раз он с пакетиком вышел. Ну и, конечно, без подарка нельзя. От правительства Санкт-Петербурга вот такое уникальное издание в таком интереснейшем, шикарном переплете называется «Символично достояние России». Поэтому военмех является также достоянием России. Поэтому я с удовольствием передаю это тоже вашему любимому ректору. И пакетик туда же. Спасибо, с праздником, всем удачи. Руководитель Федерального дорожного агентства, выпускник военмеха Роман Владимирович Старовойт. Константин Михайлович, уважаемый профессорско-преподавательский состав, уважаемые студенты, выпускники военмеха. Сегодня для меня большая честь присутствовать здесь, в этом зале, не только как выпускника этого ведущего вуза, как я считаю, нашей страны, выпускника 1995 года, а еще и как внука Иванова Юрия Михайловича, который создавал и несколько лет возглавлял кафедру технологии машиностроения. И многие его помнят, он до последних дней, до 2000 года работал в этих стенах. 85 лет – это зрелый возраст для научно-технического вуза нашей страны. И очень отрадно осознавать, что сегодня
В этом зрелом возрасте военмех смотрит в будущее. Не только в области своей узкой направленности, я имею в виду научно-техническую область, но и в прикладной области. Те научные разработки, которые сейчас выполняются здесь, в военмехе, я имею в виду беспилотный транспорт, имею в виду те научные разработки в области исследования шума, интеллектуальных транспортных систем, говорят о том, что ВУЗ развивается и активно принимает участие в жизни экономики нашей страны. Я очень горжусь тем, что я закончил военмех, и хочу заверить вас, то, что выпускники военмеха, мы общаемся, друг друга поддерживаем и отдаемся полностью на благо нашей страны. Сегодня Федеральное дорожное агентство является заказчиком строительства, наверное, самого сложного инженерно-технического сооружения, реализуемого в России. Я имею в виду строительство Керченского Крымского мостового перехода. Я хочу вас заверить, что строительство этого объекта ведется в строгом соответствии с графиком, и те проектные решения, которые были заложены, они полностью выполняются. И хочу вас заверить, что этот объект будет введен в эксплуатацию точно в срок с государственным контрактом. Я сегодня хочу передать в музей института военмеха осколок мины, который был найден на строительной площадке Керченского моста. Я хочу, чтобы это напоминало всем нам те сложные годы, когда была Великая Отечественная война. Хочу, чтобы студентам и выпускникам этот экспонат напоминал о том, что если мы хотим мира, то мы должны готовиться к войне. В этом залог нашей мощи, мощи нашей Родины. С праздником, друзья! Председатель попечительского совета университета, летчик-космонавт, герой Советского Союза. По удостоверению Герой Российской Федерации номер один, Крикалев Сергей Константинович. Герой Российской Федерации Андрей Иванович Борисенко. Космонавтов предыдущего поколения Георгий Михайлович Гречко. Мы слушали тех выпускников предыдущих поколений, которые нам рассказывали о том, где и как они работают, закончив этот вуз. И сейчас уже, в общем, много лет прошло с тех пор, хотя кажется, что это было совсем недавно. Мне хотелось бы сказать большое спасибо тем преподавателям, которые здесь находятся в этом зале. Я вижу, здесь находится Вадим Викторович Шкворцов, который был заведующим кафедры, первой кафедры, которую я заканчивал в 1981 году. И я считаю, что это большое достояние сохранения тех кадров, того потенциала, научного потенциала, который передает знания, передает свою квалификацию с поколения в поколение. Я считаю, что наш ВУЗ ценен не только тем, что дает конкретные знания по конкретным предметам. Все-таки ВУЗ — это немножко больше, это объединение людей, которые воспитываются здесь в ВУЗе. И поэтому не зря среди выпускников нашего ВУЗа большое количество людей, которые работают на разных должностях. Здесь не только космонавты, здесь руководители многих предприятий оборонного характера, здесь люди, которые многие годы работают во славу страны на разных постах, и на общественных постах, политических постах,
работают в разведке, как вот здесь поздравление у нас было от руководителя разведки, тоже выпускника военмеха. Поэтому спектр зон, где работают наши выпускники, огромен. И я хочу сказать спасибо, спасибо тем людям, которые не только учат, но и воспитывают здесь людей в военмехе. И я надеюсь, что вот эта традиция будет передаваться дальше из года в год, встречаясь здесь на юбилеях. Мы будем встречаться между собой, встречаться и поздравлять профессорско-преподавательский состав и говорить всем спасибо, кто несет эту не очень простую ношу. С праздником вас всех! Не далее, как вчера, пытались определить, в каких же областях не работают наши выпускники. Вот мы насчитали, по-моему, если не ошибаюсь, две области. Это область балета и область еще одного из видов искусств, которое слишком далеко относится от нашего военмеха. А во всех остальных областях у нас есть представители нашего вуза, которые достигают очень больших успехов. И также хочется сказать огромное спасибо всем, кто нас учил, кто в нас вкладывал свою душу, свои силы, свои знания. И учил нас не только специальности, но и учил нас отношению к тем, кто придет после нас. К тем, кому сейчас мы уже должны что-то рассказывать, делиться своим опытом и помогать тогда, когда такая помощь необходима. С праздником нас! Успехов, удачи и здоровья. Обязательно большого космического здоровья. Сегодня не все выпускники смогли до нас добраться. Некоторые прислали нам видеопоздравления. Причем не просто видеопоздравления, а видеопоздравления с Эвереста, с пика Чапаева. Внимание на экран. Привет! 6400 метров. Пик Чапаева, великого красного командарма. Привет всем выпускникам, всем учащимся, преподавателям. Константин Михайлович, привет отдельный. Вот наше доблестное знамя нашего университета стоит здесь, на пике Василия Ивановича Чапаева. Вот пик Хантанги. Там будет хозяин Тяньшаня, 7050. Вот там, дальше, вот кто? Вот это пик Победы. Так что, мы уже близко, очень близко. Это достойно аплодисментов, не правда ли? Среди выпускников военмеха есть и военмеховцы, которые сегодня представляют наш вуз в ближнем зарубежье. Советник президента Кыргызстана Разаков Жаниш Перпеевич. Студенты и выпускники Балтийского государственного технического университета. Я с особой гордостью и с радостью участвую в сегодняшнем мероприятии. Помню себя 17-летним абитуриентом, только что вступившим во взрослую жизнь. И помню выпускной вечер, когда мы, получившие знания и интеллектуальный багаж военмехи, пошли на места нашей работы. Это время было для нас временем становления нас как личности и специалистами своего дела. Уважаемые друзья, разрешите от имени выпускников 1990 года, в том числе от выпускников, которые сегодня являются гражданами Кыргызстана, поздравить вас с 80-летием, юбилеем вашего университета. Университета сейчас. Я помню,
моя студенческая жизнь началась ровно 33 года назад. И это время я вспоминаю с особым трепетом. И, наверное, это время никогда не уйдет из памяти. Первые студенческие лекции, наши преподаватели, встреча с одногруппниками, это, конечно, всегда остается в памяти. Институт в то время я закончил в 1990 году, и я хочу сказать, что тот багаж, который мы получили в Айнмехе, до сегодняшнего дня нам дает поддержку. Знания, которые мы здесь получили, до сегодняшнего дня нам помогают в решении тех или иных вопросов, которые возникают у нас в нашей повседневной жизни. Также в этот знаменательный для себя день я хотел бы сказать, выразить